моя мама меня не любит. Еще раз. Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки, а мне уже 25 лет. Я напоминаю ей постоянно о том, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только 32, а при мне 43. И от этого она меня ненавидит. Она еще знает про то, что я не принимаю театр. Она его очень любит, и ей кажется, что она служит всему человечеству, святому искусству. А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Как только поднимается этот занавес, вечернее освещение, и в комнате с тремя стенами стоят эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображая то, как они едят, пьют, любят, ходят, надевают эти свои пиджаки с этих картин, ушлых фраз, пытаются выудить морали, такую маленькую, удобно понятную, пригодную лишь в обыденной жизни. И из этих тысячи фраз мне все приносит одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. То я бегу, бегу, как Мампасан бежал от эфиревой башни, которая давила ему на мозг своей пошлостью.